Барнаульская девятиэтажка. Раннее воскресное утро. Неожиданно жильцы замечают дым на лестничной площадке. Люди звонят пожарным и еще до их приезда начинают эвакуироваться. Порядка 50 жильцов успели покинуть дом самостоятельно. Еще 25 из задымленного здания выводили уже прибывшие спасатели. Они внизу, скорее всего, всех эвакуируют, если уже не зашли. Как выяснили сотрудники МЧС, вероятным источником дыма оказалась ванная одной из квартир. Ее сильно повредило огнем. Причины возгорания уточняются. Еще один сильный пожар произошел вчера утром в городе Камень-на-Оби. Горел частный дом. Увы, здесь не обошлось без жертв. На момент прибытия пожарных крыша дома уже горела открытым огнем. В ликвидации огня были задействованы 4 единицы пожарной специальной техники и 15 человек личного состава. В ходе разведки и тушения возгорания огнеборцами были обнаружены двое погибших. По словам соседей, погибшие мужчины злоупотребляли спиртными напитками и нигде не работали. Скорее всего, по мнению спасателей, погибшие не смогли выбраться из горящего дома. Причины пожара также устанавливаются. Спасатели отмечают, обстановка с бытовыми пожарами в Алтайском крае остается напряженной. Только с начала года произошло 402 пожара, на которых погибло 26 человек, 9 пострадали. Увы, печальные сводки пополнились и серьезными ДТП. Так, на трассе Бийск-Белокуриха у фуры отказали тормоза, и она буквально протаранила легковой автомобиль, что двигался во встречном направлении. По словам очевидцев, серьезные травмы получила пассажирка легковушки. Илья Кочетков, «День с толком».